Здравствуйте! Вы смотрите духовно-просветительскую программу «Лампада» в студии Наталья Полянская. Сегодня проповедь о покаянии. Мы расскажем вам про 20-й праздник, а также вы увидите рождественские встречи, которые прошли в городе Полоцке и Новополоцке. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее Евангелие говорит нам о начале проповеди Спасителя нашего. Господь начал свою проповедь, наверное, в землях самых неблагоприятных, в землях полуязыческих, галилейских. И начал он их со слов «покайтесь, потому что приблизилось Царствие Божие». Тему покаяния мы прослеживаем и в проповеди ветхозаветных пророков, и в проповеди крестителя пророка и предтечи Господня Иоанна. Он тоже говорил: «Покайтесь, потому что приблизилось Царствие Небесное, покайтесь и сотворите плоды, достойные покаяния». О покаянии мы слышим и в песнопениях богослужения Православной Церкви. Почему так важно покаяние? Что оно значит в духовной жизни верующего человека? В одном песнопении Великого Поста говорится о том, что состояние укоренения в грехе называется зимой греха. Как и в природе, зимой все замирает и кажется мертвым, так и в духовной жизни, если человек не работает над своей душой, то постепенно душа его оцепеневает, замирает и наступает, по словам апостола Павла, состояние сожженной совести, когда человек уже не чувствует греха. Жизнь духовная, как и любая жизнь, это есть движение. Движение или же вверх с одной духовной ступени на другую, или же постепенное скольжение вниз. Все более и более человек привыкает к греху, грех становится для него обычным состоянием, душа его духовно засыпает, почти что умирает. И вот покаяние – это как раз есть духовная весна, пробуждение человека. Состояние зимы греха свойственно не только для неверующих людей, которые считают свое благоденствие, здоровье, свои успехи своим личным достоянием. Бог здесь ни при чем, считают они. Они, наверное, повторяют слова одного из героев романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы»: «Если Бога нет, то все позволено». Но бывает такое опасное состояние у людей верующих, когда они впадают в состояние самодовольства, страшнейшее духовное состояние. Люди ходят в церковь, молятся, формально подходят к исповеди, и в конце концов их духовная жизнь приходит в состояние вот этого сна, оцепенения. Нет никакого прогресса в духовной жизни. Человек доволен собой. Страшное состояние. Без покаяния невозможно движение к Богу, невозможно войти в Царствие Небесное. Признак того, что душа живет, как раз есть состояние недовольства собой, видение в себе множества грехов. Иногда верующие люди даже начинают унывать, борясь с грехами, и то, как им кажется, никакого прогресса нет, что они все так же тяжко согрешают, что грехи их все те же, но это совсем не так. Верующие люди просто более внимательно присматриваются к своей духовной жизни и видят то, что раньше им было незаметно. Поэтому, дорогие братья и сестры, дай Бог нам услышать этот призыв Господа. Покайтесь, потому что приблизилось Царствие Небесное. Аминь. В память события, когда Господь Иисус Христос принял от Иоанна крещение в Иордане, 19 января Церковью установлен праздник. Он имеет несколько названий – крещение Господне, богоявление и просвещение Спасителя.
Крещение – это действие, которое было совершено. Иисус Христос, принимая крещение от Иоанна, взял на Себя грехи всего человечества. Богоявлением называется этот праздник потому, что при крещении Господа явилась Божественная Пресвятая Троица. Бог Отец, Сын Божий, крестился от Иоанна, и Дух Святой сошел на Сына в виде голубя. Праздник еще может называться просвещением, потому что Иисус Христос своим крещением в водах Иордана указывает всем людям на необходимость принятия таинства крещения, в котором происходит духовное рождение и благодатное просвещение человека. Особенность праздника крещения Господня в совершении великого водоосвящения, священнодействие и молитва Церкви над водою Богоявления Господних сильна и чудодейственна. Святость воды проявляется и в том, что она длительное время сохраняется свежей и неповрежденной. Святая вода служит освящению человеческой жизни и души, и тела. Ее употребляют с молитвой, как святыню, кропят людей, жилище и многое другое. В далекой стране Палестине струится река Иордан. На берег реки той выходит креститель святой Иоанн. И шли к нему люди толпою на берег священной реки. Несли покаяние слезами, в водах омывали грехи. Сын Божий приходит креститься, главу пред Иоанном склонил. Креститель дрожащей рукою Христа в Иордане крестил. Икона крещения Господня изображает Иисуса Христа, сошедшего в воды Иордана и принимающего крещение от Иоанна. Луч света, снисходящий с небес ко Христу, изображает явление Святого Духа и голос Бога Отца, свидетельствующий о Своем Сыне. На иконе справа изображены ангелы, стоящие в благоговении и трепете. Радость праздника крещения в вере, что все и всегда можно омыть, очистить и возродить. Как бы ни была загрязнена жизнь, возможен очищающий поток воды, потому что не может умереть в человеке жажда неба и добра. Светом и радостью сияют лица людей, когда священник кропит освященной водой храм, и мир снова становится обещанием таинственного чуда и преображения. Закончились рождественские праздники, но в памяти жителей Новополоцка и Полоцка останется та духовная атмосфера, в которую они окунулись в эти светлые и радостные дни. В концертных залах двух городов прошли рождественские вечера. В фойе Дворца культуры «Стекловолокно» города Полоцка для всех присутствующих была организована творческая выставка-экспозиция учащихся школ, а также выставка-продажа памятных сувениров. На рождественский концерт были приглашены руководители исполкомов и совета депутатов различных регионов Витебской области, представители исполнительной власти. А также почетным гостем вечера был владыка Феодосий, архиепископ Полоцкий и Глубокский. Ежегодный круговорот церковного календаря привел нас к самому великому и знаменательному событию церковного года, к Рождеству Христову. Христос на земле возноситесь. Обращается к нам с этим возгласом Святая Церковь. Что это значит? Христос, Сын Божий, пришел на землю, воплотился от Пречистой Девы Марии, чтобы открыть нам вечность. Каждый праздник Рождества Христова – это зов вечности. Насколько вечное превышает временное, насколько духовное намного значительнее, чем все вещественное и материальное, настолько праздник Рождества Христова превышает все земные праздники. Зов вечности. Большая часть населения земного шара верует в то, что есть вечность.
Новополочан и гостей рождественского вечера в городском дворце культуры встречали учащиеся гимназии номер 2. Для всех присутствующих была организована выставка-продажа православной литературы, икон и церковной утвари, прекрасная музыка, стихи и песни в профессиональном исполнении зарядили положительной энергией и хорошим настроением весь зал. Праздничный концерт был незабываемым. Радость жизни вместо слез в мир принес Иисус Христос. Со словами приветствия и поздравления со светлыми рождественскими праздниками к присутствующим обратился архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий. Слава Вышних Богу! Поют на небесах ангелы, а на земле радуются человеки. Праздник Христа Христова – это праздник церковный. Что есть церковь? Современный мир. Мы знаем много определений. Есть определение юридическое. Церковь – это древнейший социальный институт нашего государства. О значимости церкви в наши дни, в мире современном, лучше всего говорят ученые и общественные деятели. В нашем городе есть люди, которые очень много трудятся в области религиозного фактора национальной безопасности. За многолетнюю и плодотворную работу в деле укрепления духовности нашего народа, в деле духовного возрождения Новополоцка, председатель Новополоцкого городского исполнительного комитета Качанова Наталья Ивановна награждается орденом преподобной Ефросинии Полоцкой. Аксиос! В рамках праздничной программы выступили лучшие творческие коллективы города. Праздник присутствующим подарили учащиеся и преподаватели детской школы искусств, городского дворца культуры и школ города Новополоцка. Покаяние – это не только признание своих грехов, но и внутренняя перемена человека и его жизни. Сегодня в проповеди вы узнали о том, чтобы приблизиться к Царствию Небесному, нужно покаяние. Мы рассказали вам о событиях, которые духовно приблизили людей к Богу. Вы смотрели духовно-просветительскую программу «Лампада». В студии была Наталья Полянская. До свидания. До встречи через неделю.